После воссоединения с Прилучным, Агата Муцениеца сверкнула обручальным колечком. На протяжении 2 лет известная российская актриса Агата Муцениеца пытается привыкнуть к новому статусу свободной и самодостаточной женщины. При этом, если ранее мама 2 очаровательных детей старалась побольнее уколоть бывшего супруга при каждом удобном случае, сейчас ситуация изменилась кардинально. Все чаще прекрасная Агата говорит о Павле с теплотой в голосе. Не так давно бывшие супруги воссоединились на отдыхе, куда мажор якобы пожаловал вместе со своей нынешней возлюбленной Мирославой Карпович. Вот только, увы, звезде сериала «Папины дочки» пришлось прозябать в одиночестве в отеле, в то время как Павел, Агата и их дети наслаждались компанией друг друга. И все же, несмотря на слухи о перезагрузке отношений Павла и Агаты, фанаты Мирославы Карпович всерьез считали, что 14 февраля девушка Прилучного все же поделится деталями своего многолетнего романа, но на деле все вышло по-другому. Поздравляя поклонников с Днем Святого Валентина, хрупкая барышня пожелала им любить лишь тех, кто никогда не предаст. А в это самое время подписчики бывшей жены Прилучного, к своему восторгу, обнаружили на том самом пальчике своей любимицы шикарное колечко с внушительных размеров бриллиантом. Поначалу Агата не стала давать ответ на провокационный вопрос, лишь отметив, что оставит за собой право не отвечать на него. Позже актриса не утерпела и все же раскрыла карты. Так выяснилось, что пресловутое колечко она носила уже давно, правда, на левой руке. А значит, ее поступок мог быть продиктован желанием немного разыграть любопытных подписчиков. «Так-то я ношу его на левой руке, но для видео надела на правую», призналась звезда закрытой школы. После интригующего заявления Мирослава Карпович и довольно неоднозначной выходки Агаты Муцениеца фанатам остается лишь гадать, кто из этих 2 очаровательных дам на самом деле сейчас является музой Павла Прилучного.